что важно, важно заниматься творчеством и иметь такую возможность. А стать знаменитым, это, конечно, может быть какое-то развлечение, но это не самое главное в жизни. И на самом деле часто люди, как известные актеры, им жить мешает очень многие обстоятельства. Поэтому я сам стараюсь выставляться какое-то время, какой-то процент времени просто заниматься у себя. И поэтому я считаю, что можно стать известным, но главное – это иметь возможность творить и продолжать творить. Да. Ну вот очень хорошо, что у меня еще осталось немножко батарейки на этот разговор, потому что, по-моему, это очень важная мысль вообще для каждого человека, что да. Занимайся своим делом, и это принесет тебе счастье. Да, обязательно. Вот, я сейчас подумаю, что на чем написать вам автограф. Ну, у меня вообще есть бумажка. Если хотите, на картине напишите. Лист бумаги вам дать? Или у вас есть что-то другое? Я что-нибудь тут найду, может быть, я не знаю. Чего-нибудь. Маленькое какое-нибудь. Видите, здесь сколько всего. Нет, ну это, наверное, должно продаваться. Ну, это настолько здесь все много, что это трудно даже сделать каталог всего. Поэтому вот Микеланджело сжег целый костер из своих рисунков, потому что он их не хотел показывать другим, потому что он только хотел показать свой законченный результат. А я вот считаю, что даже самый простой рисунок может быть красивым и интересным. Так что вот держите, я вам напишу на русском свой автограф. Как хорошо креативность работает. Из кляксочки раз и нарисовал. Да. Вау, большое вам спасибо. Грандиозно.